В управлении Федеральной службы судебных приставов лежат тысячи исполнительных документов. Значительная часть из них связана с долгами, от которых граждане уклоняются. Чтобы взыскать с неплательщика крупную сумму, приставам приходится быть изобретательнее. На днях стражи порядка изъяли у жителя Шуя автомобиль Kia. Сотрудники ФССП узнали место работы мужчины, после чего арестовали и изъяли транспортное средство. Чтобы вновь сесть за руль своей иномарки, шуянин должен в течение 10 дней погасить долг перед экс-супругой – 200 тысяч рублей. Судебные приставы вправе ограничить свободу передвижения не только на личном авто, но и запретить выезд за пределы страны. Такое наказание применили в отношении лихача из Шуи. Водитель сбил женщину, суд обязал его выплатить компенсацию 208 тысяч рублей. Вернуть деньги удалось далеко не сразу. Ограничение на выезд было применено в отношении данного гражданина, запретили ему выезд за пределы Российской Федерации. И данный гражданин решил, что надо ему съездить отдохнуть, и в аэропорту при прохождении паспортного контроля он был развернут сотрудниками таможенной службы обратно в направлении службы судебных приставов. Пришел к судебному приставу исполнителю, оплатил всю сумму задолженности, получил постановление о снятии ограничений на выезд и благополучно улетел.